Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, from this Christmas on, from елочки у нас получились уже вот такие вот. Они высохли. Мне нравится, что они прокрасились не до конца. Я именно этого эффекта и хотела добиться. Сейчас будем приклеивать вот такие вот полубусины. Я покупала их рядом с домом в хозяйственном за 39 рублей. И они на клеевой основе, но вдруг понадобится еще клей. И я еще подумала, может быть, я вот эти выпуклые части пройдусь белой краской. Посмотрю уже потом, будет ли достаточно блестяшек или надо будет добавить еще чего-то. Елочки у нас получаются, и также делаем вторую и с обратной стороны тоже. Так, вот такие у меня красочные получились елочки, и все-таки хочется мне добавить на вот эти выпуклые части белого цвета практически сухой кистью. Кисть, конечно, вот это из фикс прайса, это вообще ужас. Вот так вот чуток. Ну вот, друзья, у меня получились вот такие замечательные елочки. Я уже привязала веревочки серебряные. Вот такие вот они получились у меня новогодние елочки. Обязательно делайте с детишками такие, это очень интересное занятие, увлекательное. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и увидимся в следующих видео. Пока-пока!